облачение, соответствующее напряженному и торжественному моменту. Каролин Возняцки с очень серьезным выражением лица. И очень грустная Саманта Стосер. В принципе, конечно, она упустила победу. И сыграла она, наверное, один из своих, ну, самых не лучших матчей. Не самый плохой, но не лучший матч. Но Саманта, наверное, завтра утром улетит уже. А может быть, и сегодня вечером в Стамбул, потому что там уже все собрались, все участницы финального матча. А Саманте надо будет ждать, удастся ли ей выступить или нет. Все зависит от того, все 8 лучших, которые получили право играть в финал, примут в этом финале участие. Или, может быть, такое бывает не раз, кто-нибудь откажется, может быть, приболел, может быть, какая-нибудь небольшая травма. И поэтому запасные участники оба. И Саманта Стосер, и Мариан Бартоли, которая второй запасной, должны присутствовать. Да, потому что замена происходит на любом этапе, то есть не в самом начале, а может это и где-то к концу даже матча, к концу турнира. Ну да, если вдруг, предположим, кто-то по ходу турнира получит травму, то и Саманта может заменить теннисистку и получит право сыграть 1-2 матча. Так что ей надо быть во всеоружии, надо быть готовым. Пока что по этой игре сегодняшней не скажешь, что она уж так хорошо готова к этому финальному матчу чемпионата мира. Но Каролина не попадает, и ей этих шансов не представляются, эти шансы. Но зато она может наслаждаться сегодня своей победой и побороться еще за победу в турнире в Софии, куда, как сказал вот Олег Митревели, собирается отправиться и Саманта, потому что она тоже была победительницей такого незначительного турнира. Все победители турниров средней руки или малозначимых получают право по рейтингу участвовать в Софийском турнире. Он был в прошлом году на Бали, а сейчас переехал в Софию. Ну вот начинается официальная церемония. Она даже примет участие в награждении. Сначала выходят судьи, потом мальчики и девочки. Музыка какая-то более цирковая, да, такая? Марш.
Финалисткой турнира в женском одиночном разряде стала Саманта Стосур, Австралия. Приглашается финалистка турнира Саманта Стосур. Алексей Селиваненко и Шамиль Карпищев вручают Саманте призы. Первое место и титул победительницы 23-го международного теннисного турнира «Банк Москвы» Кубок Кремля в женском одиночном разряде завоевала Каролин Возняцких. Дания! Главный приз чемпионки. Но Каролин ведь, в общем, хорошо понимает по-русски, поэтому Наиносина может ее спокойно поздравлять и говорить ей все свои лучшие слова. Кстати, она поздравила и Саманту Стосур. Какой тяжелый кубок-то. Победительнице турнира вручаются часы от швейцарской компании «Радо». Часы вручает Ханс Руди Марти. Подарками она не может их удержать в своих руках. Слово предоставляется финалистке турнира в женском одиночном разряде Саманте Стосур, Австралия. Firstly, well done to Caroline. Good way to finish the year, so well done, and good luck next year. I'd like to thank the Bank of Moscow and all the sponsors for this tournament. Хочу поздравить прежде всего Каролину Возняцких с победой. Поздравляю тебя, Каролина. Хочу поблагодарить титульного спонсора турнира Банк Москвы. Also like to thank my support team, not just for this week, but all year. It's been a very long year, so thank you for all your help, and I'm looking forward to next year as well. And I'd also just like to thank the crowd for coming out and supporting us today. It was great to play in front of you guys, and I hope to see you next year. Хочу поблагодарить свою группу поддержки, своего тренера. Они были со мной в течение этого длительного напряженного года. И хочу, конечно, поблагодарить московских зрителей. Здесь, я знаю, за меня тоже болели. Спасибо вам. Увидимся в следующем году. Здравствуйте. Я попробую чуть-чуть по-русски, но я счесаю еще чуть-чуть. Но спасибо всем, что вы пришли сегодня и болели за меня. Спасибо большое. А теперь я по-английски, потому что я счесаюсь и чуть-чуть я плохо говорю, но спасибо.
Again, thanks, well done for reaching the finals. I'm sorry. It was a tough match, and you know, it could have gone both ways today. But you know, for the future and for next year, for sure, we're gonna have many more matches to come. And yeah, I'm sure it will go both ways. So you'll win some, I'll win some, but that's a part of sports. Саманта, поздравляю тебя с выходом в финал. Мне очень жаль, на этот раз я победила, но так всегда бывает. Иногда ты выиграешь, иногда я побежу. Таков уж спорт. Sponsors and especially Bank of Moscow for making this tournament happen. I haven't been here for a while. I think it's 5 years ago since I was here last, so it's really great to be back and be here and win the tournament. It's just amazing, and being able to finish off the year this well. Я здесь не была 5 лет. Я хочу поблагодарить спонсоров, особенно титульного спонсора Банк Москвы, за то, что они сделали проведение турнира возможным. И вот возвращаюсь через 5 лет. Это просто потрясающее чувство выиграть турнир здесь и на этой ноте закончить сезон. I would also like to thank my Bucks, all my friends and my dad, of course, who's here, and everyone who came and supported me this week. Thank you so much. Without you guys, this wouldn't have been possible. So thank you, and see you next year. Хочу поблагодарить свою группу поддержки, своего отца, который присутствовал на всех матчах, и всех своих болельщиков московских. Увидимся в следующем году. Увидимся в следующем году. Еще раз поприветствуем победительницу и финалистку 23-го международного турнира «Банк Москвы» и «Кубок Кремля» в женском одиночном разряде. Участники церемонии приглашаются на фотосессию. Ну что ж, вот и закончился женский турнир. Победительница, финалистка. Победительница Каролин Возняцки, финалистка Саманта Стосер покидает площадку. И мы с вами на какое-то время расстанемся, минут, наверное, на 5-7, пока не приготовят корт для участников мужского финала. А затем посмотрим, как будут сражаться мужчины за свою победу.